Знаменитый кубанский казачий хор посетил с гастрольным туром Карачаево-Черкесию. Каждый раз артисты хора привозят насыщенную концертную программу. О том, чем в этот раз удивил и порадовал кубанский казачий хор, расскажет Елена Прокопенко. Кубанскому казачьему хору уже более 200 лет. Он известен во всем мире. Со своим творчеством они познакомили всю Россию, зарубежные страны. Этот год для кубанского казачьего хора весьма насыщенный. С гастрольным туром они посетили весь Северный Кавказ, и завершающим городом стал Черкесск. Жители республиканской столицы спешили на концерт, чтобы увидеть и услышать полюбившиеся песни. Мы очень ждали этого концерта. Вот с мамой пришли посмотреть, порадоваться. Очень любим эти песни. Я всегда их слушаю с таким наслаждением. У меня появляется такое настроение, такой драйв, что просто я в восторг прихожу. Я смотрела все время по телевизору, а теперь вот пришла посмотреть вживую. Кубанский казачий хор с гастролями посещает Карачаево-Черкесию четвертый раз. Один из старейших коллективов России привез с собой богатый репертуар кубанских, казачьих, русских и украинских песен. В коллективе более 150 артистов. Я приехала в этот замечательный город уже второй раз. Первый раз мне удалось побывать в 2012 году. Вот в тот год мне было присвоено звание, очень почетное, на мой взгляд, звание заслуженной артистки Карачаево-Черкесской республики. И с тех пор я безумно полюбила эту республику, зрителя, который, ну знаете, с такой прям любовью и теплотой принял тогда. Алибек Джандубаев в кубанском казачьем хоре работает 12 лет. Сам он родом из Карачаево-Черкесии. Алибек совмещает две должности – солиста и репетитора балетной группы кубанского хора. Алибеку Джандубаеву вручили грамоту парламента республики за творческие достижения. Да, я родом отсюда. Это моя родина, это моя родная сцена, на которой я, можно сказать, вырос. Всегда очень трепетно сюда приезжать, работать вдвойне ответственно. Кубанское казачество объединило в себе культуру народов Кавказа, культуру Украины, так как исторически выходцы, кубанские казаки, выходцы из Запорожья. То есть это некая синтез кавказских танцев, украинского ГПК, русских наигрышей. В общем, вот из такого синтеза и получилось то, что на сегодняшний день представляет в репертуаре в своем кубанский казачий хор. Со сцены звучали всем полюбившиеся песни, которые переплетались с озорными танцами. Я вот в который раз прихожу на концерт, я открываю для себя что-то новое, это новые эмоции, хореографические номера, вокальные, творчество кубанского.